Хей, гайс, мы продолжаем проходить игру под названием Гато Робота. Так, как обычно, быстренько размерчик. И поехали. Так, где мы там остановились? Подождите. Мне нужно наверх. Наверх мне, ну... А, подождите, и вправо. А что у нас вправо было? Дальний угол правый. Может, кошаком? Типа другая локация? Да, е. А, эй, Кики, нам надо поговорить. Не-не, ничего такого. Просто я тут смотрю на схему этой зоны. Вентиляция шахты очень узкий, и я вот что сказать пытаюсь. Тут в костюме тут не пролезть. Я вот, ты главное не торопись. А никуда. Так, и все будет нормально, ладно? Мяу. Короче, я понял. А я думаю, что за херня? Давайте сюда. Или сразу туда. Вниз я, как понимаю, не спуститься, да? Да. А, сразу на вентиляцию идем. Окей. Ох ты ж, ё-моё. Одно хп. Здесь опасно на самом деле спидранить. Ай. Ну и врага тоже убивает, но все же. Котя! Умирай! Котя, не умирай. В смысле, я побежал в бок? Я отпрыгнуть хотел? Что за фигня? Окей, допустим. Так, смотри, видишь там? Ох, прости, Катика, не буду больше лезть. Ты же сама прекрасно справляешься. Я так тобой горжусь. Конец связи. А. Классно. Ауч. Отсюда. Ладно. Плохо, что отсюда. Ну, типа, вентиляция быстро проходится на самом деле. Давай, не мешай. Так, теперь возвращаемся. Все, да, здесь вырубил. У, тихо. Все с самого начала. Типа, я не хочу бегать вот так по 100 раз. Ну, типа, тоже сохраняться не вариант постоянно сюда возвращаться. Ладно. Окей. Сделаем тогда так. О, я помню, где-то еще видел сохранялку. Какого хера? Почему наш кошак что там, заполнил динамитом?
что, спойлеры? Так, а прикол в чем? Вот в чем прикол. Ах ты ж ё-моё. Так, а вот этот дрон, он будет меня довольно бесить. Будет меня бесить. Он хотя бы через эти летать не может, и то радует. Ах ты ж зараза. Готово. Как это? Я немного сейчас вот этого момента не понял, как мне это пройти. Типа окей. Ворота открылись. Тогда я не врубаюсь, чё-то. То есть мне нужно сдохнуть, и это позволит мне взорвать. Только так. Потому что иного способа я не вижу, как можно взорвать их. Типа, what the fuck? Вот, единственный случай, как можно сломать эти три стены. Ай, бля, я тупой, тут труба была. Ну ты, ё-моё. А я тут думаю, чё за херня? Я думал, вот то железные кирпичи это проход. Эх, ладно. Глупые. Ну, скидька, оно быстрее проходится, на самом деле. Отлично. Ну да, легко, типа. Если к кошаку приноровиться, то это вообще изи. Стоит, там еще внизу есть проход. А, ну это с той стороны. Окей. Ну это на скорость выполнения.
Мышь, которая управляет механи... А хотя... Чему я удивляюсь? Ладно, пробуем. Да блин, почему он лезет наверх? Почему в этом случае он нормально это делает, а в этом случае он лезет наверх? Его поймешь. Ноль ошибок. Давай. Изи, все. Давай вниз. Бля. Нужно было не на низ. Боже мой. Это еще что такое? Рабочий журнал доктора Хайвенда, день 642. Я не хотел бы назвать тяку дефективным, однако же жизнь его медленно угасает. Бедняжка, никто даже никогда еще не видел столь быстрого течение болезни. Подозревая стремительное развитие опухания, ума не приложил, что бедный... Не хочу, чтобы он умер. А ведь мой единственный друг. Увы, у меня наконец-то идея кончается... Так, лекарство. Скорее всего, он превратит его в босса финального. Охрана Так, шушукается у меня за спиной. Есть однако мысль, но, скорее всего, ничего не выйдет. Предыдущий... Так. Эксперимент, так, дорогой слушатель. Я успешно, так, перенес сознание крысы в тело лягушки. Моя помощница, доктор Ребекка Браун, нашла этот эксперимент весьма отвратительным, что, я полагаю, не в последнюю очередь связано с ее аллергической на землеводных. Все попытки повторить эксперимент провалились, но если бы у меня получилось, да, это мог был бы... Хороший мальчик. Ох, я тебя спасу, тявка. Это найден усилитель. Никита, нашел усилитель. Вот это да. Теперь твоя пушка стала намного мощнее. Иди убей кого-нибудь, Кисса. Ага, кто бы мог подумать, что кики так быстро растут. Конец связи. Ну да, она довольно стала мощной. А мне сейчас так быстро обратно не вернуться. Ну, я хочу наверх. Сюда, а тут закрыто. Хорошо.
Так, в смысле? А, все хорошо. Так, хорошо, отлично. Херня в чем? То, что минус кошатейка. Да, печально то, что мне придется потом обратно заново так жестко идти. Так, хорошо. Ух ты, новая пушка. Окей, прикольно. Скорее с него, с этой пушки потом по мне будут пулять. Как я понимаю, да? Короче, всего так сейчас оно и получится. Изи. А, тихо. Легко. Легко, 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 легко. Готово. Ах ты ж, ё-моё. Мя. Твой прогресс вдохновляет. Кто там? Неужели ты все еще не понял? Профессор? Гэри, я не знаю, что ты такое, но тебе конец. Тихий, распрощ... Так. Расставь его ради меня. Мя. Сейчас у меня... Ой, не то. Стой, а я шпайдев тоже могу юзать здесь? Нет, не могу. Бля, так это сложно. Я два раза типа попал ему через костюм. Мя, твой, твой, хорошо, поехали, да. Окей, все. Бац, 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 бац. Так, слышь, а это не так уж сложно, да, типа? Кики. Что у нас происходит здесь? Thank you.
Давай, давай, давай. Готово. Так, хорошо. Ой, в смысле? Я не видел то, что он мне нужен в другую сторону. Ай! Думаешь, вы победили, да? Что ж, пробывайте в неведении и дальше, глупцы, ваше время на исходе. Это о чем это ненормальная тварь? Ха, скоро я поставлю тебя на колени. Вас всех на колени поставлю. Кики, ситуация становится откровенно пугающей. Ну, дальше ничего не нужно, дальше с богом, киса. Окей. Подожди, а куда мне идти хотя бы? Давай сначала сюда. И тут мы включим генераторы. Да, все-таки здесь еще босс был. Ни хрена себе. Вот так. Вентиляция полностью очищена. Знаешь, что это значит? Что теперь можно попасть в лабораторию. Пойдем посмотрим, что нам компьютер в Nexus скажет. Мяу. Так, держать, киса. Конец связи. Да-да-да-да. Давай, 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 киса, 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 киса. Так, хорошо. Оп, оп, оп. Так, тут ничего ж не было, да? Нет, ничего не было. Стоять, а как мне туда попасть? Так, давай, короче, проскочим здесь, я думаю. Побыстрику. О, кассетка. Виноградная. Виноградная, ну, так себе. Так. Но мне все равно нужно еще на ту сторону побежать, потому что там есть проход. Там все еще есть проход. Только мне заново нужно будет через этих тварей бежать, да? Ну там. Довольно быстро, поэтому за мной плюс еще никто не гонится, поэтому можно. А нет, нихера. Так, хорошо. Ну здесь можно без ошибок, в принципе, пробежать. Это была ошибка, я забыл, что мне нужно сюда. Давай, давай, давай. Погружаемся. А, в смысле? Слышите, а как мне тогда туда попасть? Понял я сейчас прикола. Но только один туда путь, как бы. А, стой, вот этот путь. Еще один. Он очень опасный, обратный путь. Ничего не скажу, ничего не скажу. Не уверен, что смогу.
вы уже видите, все. Я отлетаю. Сука, погрузитесь в воду. Ладно, сохранимся здесь. Да, обратный путь это не такой уж легкий. Туда было легко, обратно уже нет. Ух ты ж, ё-моё, откуда я знал, что он обратно поплывет? Запомню. Окей. Да, обратно это не. Ну ладно, тут тоже, в принципе, ничего такого. Просто плывем. А здесь главное просто не спешить, значит. Какой черта вы выпрыгнули? Сложно, сложно. Пипец. Уже туда-сюда и уже собираться надо. Так, отлично. Бежим, 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 бежим. Сейчас просто не останавливается. Вот так, хоп. Бежим. Катня. Ага. Ну, в принципе, вот этот путь, да. В принципе, да. Нормально. Фу-фу-фу-фу. Так, все это изучили. Поэтому можно идти сюда. А. Нихера, нужен костюм. Ну да. В принципе, да. Куда-то я иду все выше, выше. Угу, отличненько. О, кассета. На ДНК тридж. Гриз. Так себе. Так, по идее, все, да. Можно выбираться и заканчивать. Ух ты ж, я.
Окей. Ух. Стой, это мне назад возвращаться? Ладно. Типа не страшно. Главное то, что я собрал все эти части, которые мне нужны были. А там как-то все равно. В принципе, давай поднимаемся, заканчиваем. Ну, типа по локации за серию. Плюс я пытаюсь найти все, что спрятано. Если оно, конечно, находимое. Ой, я лифт активировал. Тука. Один раз срабатывает, второй раз выключает. Хорошо. Котя. Котейка. Ну, первая серия стопудово будет называться котейкой. Почему я говорю первая? Потому что я залпом снимаю. Поэтому я котейка. То это... Еще ниже. Или еще, я не понял. Подожди, то я вентиляционный уже ушел. Тогда да, все правильно, наверх. Наверх. Что у нас тут? Оп, хоп, хоп. Ух, я шипы эти не заметил. Откуда же я начну? Ну это хотя бы близко. Нам нужно было, короче, знаете, прыгнуть, но не врезаться в него. Окей, мне кажется, там еще где-то одна кассета. Нужная мне, конечно же. Он ушками достал. Я не виноват, он ушками достал. Он ушами достал. Я вообще здесь ни при чем. Я здесь вообще ни при чем. Ладно. Не впервые. Не впервые. Ладно. На этот раз я подожду немного. Он не прыгает. Я прыгну, он не прыгает. Теперь типа, ладно, если там я был с рыбой виноват, то здесь уже не я виноват, потому что он не прыгает. Хотя в начале с рыбой он прыгает. Или он тоже не прыгает. А я это сейчас проверю. Кассета.
Разблокированы гамма зеленый чай. Зеленый чай. Че кто-то туда пришел? Вот так то. С днем рождения, Анна. Мяу. О, не-не-не, тихо-тихо, что ты упал? Теперь заново все включать. Так, это тяжко. И как мне это так провернуть? Провернул. И все? А, на это то растение? А, фух, тут же сохранение есть, да? Ну, в принципе, да. Поэтому можно даже здесь закончить будет. Хотя не, лучше до нормального сохранения дойти, а то мало ли потом заново все это придется дело играть. Я заново самого не хочу. Стоять. А что у нас там поверху? Почему я сюда не пошел? Ну, туда имеется в виду. А, точно, там же котейкой нужно как-то достать. Ну, в принципе, я туда не достану сейчас. По крайней мере. Поэтому давайте на этом заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.